Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов BOSS. Основное преимущество данного индикатора в том, что разработчики изначально адаптировали его исключительно для торговли бинарными опционами. И поэтому, ориентируясь на сигналы от индикатора BOSS, можно избавиться от массы других ненужных инструментов, которые чаще всего только мешают торговле. Работает индикатор BOSS по принципу отслеживания закономерностей в ценовых движениях. И если такие закономерности обнаруживаются, то генерируется сигнал. Также данный индикатор оснащен специальной информационной панелью, которая позволяет видеть статистику всех сигналов, которые были поданы индикатором. Но обратите внимание, что получить такую статистику можно только в реальном времени, так как история сигналов не сохраняется. Также на данной панели указывается приблизительная прибыльность сигналов по выбранному торговому активу. И в данном случае это 51,8%. Правила торговли по индикатору BOSS, как уже становится понятно, довольно просты. И для покупки опциона Call необходимо, чтобы появился сигнал в виде стрелочки, направленной вверх, а для покупки опциона Put необходим сигнал со стрелочкой, направленной вниз. Экспирация по данному индикатору всегда используется в одну свечу. И если это минутный график, то это будет 1 минута, а если это 5-минутный график, то это будет 5 минут. Но не обязательно использовать именно эти два таймфрейма. Использовать можно любые временные промежутки. Стоит отметить, что торговлю по данному индикатору можно вести и довольно агрессивно, но самым лучшим вариантом будет именно торговля по тренду. Если же торговля будет вестись на минутном графике турбоопционами с экспирацией в 1 минуту, то использовать стоит брокера, который максимально быстро открывает сделки. И поэтому давайте попробуем поторговать турбоопционами через платформу брокера Quotex и посмотрим, что из этого выйдет. Thank you.
Как можно видеть, у нас получилось совершить 4 сделки, которые по итогу принесли прибыль. И во многом помогло то, что у брокера Quotex сделки открываются значительно быстрее, чем у других брокеров. И такое моментальное открытие сделок является крайне важным, если торговля ведется турбоопционами. И для получения прибыли достаточно, чтобы цена прошла всего лишь несколько пунктов. Если вы планируете использовать индикатор BOSS для торговли турбоопционами, то перед началом торговли обязательно протестируйте его на демо-счету, так как положительные результаты он показывает далеко не на всех торговых активах. И также во время торговли всегда обязательно стоит придерживаться правил money management и risk management и рисковать в каждой сделке лишь той суммой, которую можете позволить себе потерять. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!